Чтобы правильно пожарить шашлык, надо угли. Главное, угли хорошо подвести, потому что если недостаточно жара, то мясо будет сушиться. Птица, мясо, все. Хороший огонь позволяет быстрее пищу приготовить. Вот, белые они какие. Поддувало копейки стоит, но вещь вообще незаменимая. То есть здесь сейчас жар вот на таком уровне, уже больно становится реально. А готовить мы сегодня будем, ну сегодня купатики у нас и индейка, и курица. Вот так вот это все выглядит. Маринад достаточно простой. А смотри, какой нам папа скорпиона купил. И папа у нас скорпион, так что Полин у нас скорпион, да? Вот такой. Маринад простой. Значит, соевый соус с водой, карри, соль вообще не добавляй, потому что соевый соус дает, и лимончика. Лимончик именно кусочками чуть-чуть порезал, даже не давил очень ничего. Очень вкусно. Очень вкусное, да? Да. Дети говорят, очень вкусно. Жарить, причем где-то надо, ну, смотреть там минут 15-20, не больше, а то будет. Сегодня сосиски. Ну, не сосиски, а купаты. Купаты. Разные, да. Такие. И белые такие. Там и куриные, и говяжьи. А где куриные? Свиные, кстати, тоже взяли. Так что все заценим, потом расскажем. Процесс пошел. Можно почаще переворачивать. Сейчас вот жирного ничего нету. Водичка на готовке, подготовке, на заготовке. Если будет огонь, то водичкой воспользуемся. Если садится телефон, вот есть замечательный пауэрбанк, потом про него отдельно видео запишу, супер выручает, заряжает одновременно два устройства и хватает зарядить планшет, там 2-3 раза телефон, то есть суммарно, то есть и планшет, и 2-3 раза телефон, то есть супер. Пятнадцать минут. Уже практически готово. Сейчас еще пару минут и можно будет снимать.